наверное, такой последний заход на то, чтобы попытаться большинство реализовать. У армейцев сейчас Иван Демидов в зоне соперника. Бросок сходу, и армейцы забросили. Демидов все сделал сам. Нашел зону, точно бросил в дальний угол. ИСКА реализовал большинство. Матч Константин Богдановский. Ну вот, спасибо. А, но в цифрах потом. 2-0. Иван Демидов это опять. Оказывается, в нужное время, в нужном месте. Ничего не мог поделать Владимир Войтюк. У него не было никаких шансов. При этом выпал Амир Ногманов. Лучший снайпер команды и лучший снайпер всей Олимбет молодежной хоккейной лиги. Но здесь как раз никакого форс-мажора. А наоборот, приятное для Амира событие. Он... Нет, ну это невозможно, конечно. Иван Демидов опять. Иван Демидов опять. Совершенно нельзя отвлекаться от происходящего на льду. В огне, Ваня. Фиксировать поединки, то уже, конечно, это было бы сделано. Но так третий период еще проведут. Соперники при счете 9-0. Это произойдет еще и покер. Иван Демидов успел оформить. В счете, наверное, это трудно сделать. Одиннадцать ноль у Демидова. Как называется, когда 5 шайб ты забросил? Пентатрик, да? Правильно?